Витя, провели сегодня очередную товарищескую встречу. Как им показался матч для тебя, для команды нашей? Ну, хороший спарринг получился. У нас на эту игру была своя установка. Играли по 60 минут. Первый, кто вышли, 11, мы по 30. Следующая игра наоборот будет. Так что, я думаю, сегодня сыграли хорошо. Отличие, что голов мало забили. И вообще в последнее время мало забиваем, но стараемся, работаем на тренировках, так что надеюсь, уже к чемпионату все будет хорошо. При этом как в матче с Зарей, так и сегодня прессинговали соперника, больше владели мячом. Наша команда больше находилась у ворот соперника, однако реализация оставляет желать лучшего. Как считаешь, в чем причина? Да, в конце должен забить гол, а то, что мы владеем мячом или там прессингуем, но не забиваем, нам за это очки не дают. Ну, я еще раз повторюсь, будем работать на тренировках, над завершением. Я думаю, что все будет хорошо, и ребята, надеюсь, понимают все, и указания тренера я примут, так что я думаю, что без проблем все будет. Во втором тайме, когда вышли ребята поопытнее на поле, немного успокоилась игра, потому что в первом тайме, когда больше молодежи было, было больше сумбура. Как справляются с этим молодые ребята? Вы, кто постарше, как их подбодряете, как их мотивируете, чтобы более уверены в себе были, наверное? Да, отличия как бы нету. Я думаю, что и в первом тайме хорошо играли, там и во втором, и в первом были какие-то свои нюансы, во втором. Ошибаемся все, и мы, и молодежь. Но я думаю, что хорошо, сегодня хорошо сыграли, после игры с Зарей сделали выводы. В первую очередь сами сделали выводы, тренерский штаб подсказал, где мы ошибались. Так что я думаю, что сегодня плюсик можно поставить нам. Уже на этой неделе, скорее всего, узнаем своего первого соперника в новом чемпионате. 1 апреля первый тур. Как ты считаешь, твое мнение, вот, как капитана команды, какой бы соперник был бы лучше сразу в первом чемпионате? Это может быть такой соперник из лидеров, Шериф Милсами, либо кто-то из, скажем так, из снизу таблиц? Ну, тут нельзя угадать. Я думаю, кто попадется, с тем будем играть. Может, одно отличие, что если начнем дома, то будет хорошо при своих зрителях. Я думаю, что неважно, с кем будем играть, надо настраиваться на любого соперника. И желание начать дома чемпионат, я думаю, это будет хорошо для всех. И вопрос такой о фанатах клуба. Последнее время даже на товарищеские матчи приходят по 50, а то и на игре с Зарей было около 100 фанатов. Твое обращение для них как капитана команды? Не, ну главное, конечно, что хотим им их поблагодарить за то, что и в снег, и в дождь всегда приходит, даже на товарищеские матчи. Я, как бы, если честно, не видел давно такого, чтобы на товарищеские матчи приходили фанаты, конечно. Мы должны им отблагодарить только результат.